Короче, куча пауков, которые живет рядом с нами. Так, это вот паук. Да. Куча пауков. Смотрите, вот паук. Вот делаем. Вот видите. Потом и... идем дальше. Мама. Сейчас, подожди. Мама, иди сюда. Вот, мама, только, так не трясем меня, я увижу сейчас, да. Паук. Вот паук. Я боюсь. Боишься? Вот паук. Вот ну, еще паук, я видел. Вот, смотрите, блин. Вот. Вот паук, мама, он сколько мушек съел. Сейчас, подожди. Вот, смотри. Там тут еще... тоже паутин. Тут смотри. Вот сколько он съел, вот еще и паук. Смотри, сейчас. Там смотри, паук тоже, который... Вот серая паутина, где паук. Вот. В общем, вот. Куча пауков. Вот он, какой-то еще паук. В общем, для тех, кто боится пауков, вот явно паука. Страшно. Да подожди. Смотрите паука. Хорошо, сейчас там тоже сниму. Вот два паука, даже больше. В общем, вот паук. Где паук? Вот. Где? Паутина. Здесь? Паутину вот вижу. Вот эти паучки. А, вот паук. Блин, сейчас подальше. Не видно. Не видно здесь паука, да? Но он есть, вот он. Так вот сделаю. Может быть, он сфокусируется. Не, не фокусируется. В общем, здесь вот паук. А вот я его поближе просто. В общем, куча-куча пауков около двери. Смотрите, смотрите. А вот тут мы живем. Смотри, вот это я снимала. Мама, вот эти. Идите. Сейчас. Мама, вот это я снимала. Паук. Еще и там паук, дети, да, рассказывают. Да? Снять его? Один. Снять? Угу. Да отойдите, я, а то я не вижу. Ну, здесь я... А, вот есть паук, но просто его продлевать не видно. Вон там уголки. Да, в общем, здесь есть паук, но его смотрите. Не видно. В общем, не видно здесь паука, но он там вроде как есть. Вот еще два паука. Вот муха! Вот паук. И смотрите, где еще паучина там. Все, везде пауки, да? Много? Смотрите, там уфы.